Всех приветствую. В общем, хочу презентовать формулу для изготовления фирменных кормушек серии Папиньон или Бабочка в переводе. Это медиум, средняя кормушка среднего размера. Я предлагаю к этой кормушке также форму под планки, вот такие с ветлюгом, и форму под свинец. Любой вес, с логотипом, без логотипа, с шипами, без шипов, как хотите. Это все проектируется и фрезеруется. Вот такая кормушечка получается. Она состоит всего лишь двухместная. В комплекте еще выходит два стержня. И в принципе все. Вот такая формочка. Кому это интересно, под видео будут мои данные, вайбер, ватсап. Туда пишите свои вопросы, заказы. Всем пока-пока.